Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Это видео по такому вот сайту по раздаче бесплатных монет, который создан, как мы видим, в игровой форме GameX, где нам начисляют ежедневно бесплатно 10 монеток вот этих GameX. Делать здесь ничего не нужно. Для того, чтобы нам начисляли ежедневно монетки, нужно просто раз в день ежедневно посещать этот сайт. Зашли, обновили страничку, нам начислили 10 монеток. Вот у меня мой баланс, мой текущий баланс мой. Значит, 10 монеток. Сделали еще плюс кран. Раньше не было этого крана, вот его создали недавно, несколько дней назад. Можно теперь собирать вот эти монетки на кране. И вывод от 100 монет. Один раз в час. Тоже ничего делать не надо. Зашли, и у меня уже как бы я собирала монетки. У меня еще время не вышло. Вот. Значит, вот еще мне 16 минут до сбора. Вот это кран. Вот это вот кран, сумма крана. А вот это вот мне начислили. Ну, как бы ежечасно начисляют. Сумма, конечно, по-разному. Вот, и вывод. Вот сюда, как наберется 100 монеток, мы нажимаем на эту вкладочку, вписываем сумму, переводим на основной счет. Значит, вернемся в профиль. Регистрация здесь, ребят, простая. У меня есть видео по регистрации. Приходит письмо на почту. Обязательно нужно подтвердить адрес электронной почты. Вот. Ну и один раз в день заходить, как бы, и как бы, чтобы начислили нам монетки. Я уже проверила этот сайт на вывод, я вывела 400, сколько у меня, 456 монеток, вот они. Сумма, как бы вот это, приходит вывод от одного дня до двух. Вот, и что еще? Здесь вот у нас профиль, можно нажать и заполнить свои данные. Так. Значит, оставить ссылочку на Telegram, ссылочку вот у меня на Twitter оставлена. Вот, имя, фамилию я вписала, ну, все такое. Так, что еще хочу по этому сказать? Ну, вроде здесь я все так сказала, так. Ну, больше здесь ничего. Единственное, можно вот я на кране, естественно, сижу. Есть группа, создали в Telegram. Кто хочет, можете присоединиться. Если хотите быть в курсе новостей, можно как бы вопросы задавать. Там отвечают. Все, правда, на английском языке, но все-таки хоть какая-то информация. Правильно, не в одиночку. Значит, теперь по поводу вывода. Вот это монеты, вот эти, GameX, они выводятся строго на кошелек Wavis. Не на биржевой кошелек. Я вот хотела, конечно, вывести на биржу. У меня есть, как бы там монета, вот это Wavis, адрес Wavis. Но туда нельзя в биржевой, как бы, вставлять, иначе они не придут. Профукаем денежки, вот, ну, чуть было не профукало. Значит, вот здесь минимальный вывод 250 монет. Я вот недавно зарегалась, но у меня как-то, я не знаю, ну, быстренько у меня накапало. И мне почему-то вчера еще, помимо 10 монет, еще капнуло 100 монет. Мне было бы, я бы поставила на вывод 356 монет. И мне еще плюс 100 монет дали почему-то. Фиг знает почему, вот этого я не знаю. Значит, кошелек Wavis. Переходим. Вот так вот он выглядит. Здесь нет партнерской ссылочки, здесь нет ничего. Единственное, при регистрации нужно все запоминать. Пароль, название аккаунта. Вам дадут потом при регистрации там каких-то 12 секретных слов.
записать, скопировать все что угодно, иначе потом, если не это не запомните, в случае что, в кошелек будет в этот не зайти. Вам никто ничего не поможет. Вот так вот кошелек как бы выглядит. Вот мои монетки, да? Так, а вот так. Сейчас я вот сюда нажму. Вот так он будет выглядеть. Здесь вот это кошелек биржа. Идут монеты. Значит, отправить, получить. Как бы, да? Далее, что? Я так. Вот мои транзакции. То, что мне пришла вот эта монетка. Вот она, монетка получена GameX. 446 монеток моих. Это 29 центов. Ну, курс тоже плавающий. Бывает больше, бывает меньше. Ну, не так много, конечно. Ну, как говорится, курочка по зернышку, да? Я довольна. Так, значит. Ну что здесь все вот это, что еще здесь вам пока? Ага, адрес. Где брать адрес? Я брала адрес, знаете где? Вот внизу, вот на колесико, вот на это я нажимала. И что? Так, здесь языки. Так, здесь безопасность. Сами уже все посмотрите. Сеть. Значит. Не то. Это адреса. Так, безопасность. Ага, вот здесь. Смотрите, здесь будет у вас секретная фраза. Если вы забудете, нажмете показать, все переписать. Приватный ключ. Это все тоже надо как бы сохранить где-нибудь отдельно, чтобы у вас все было под рукой. Это публичный ключ. И вот это вот адрес я брала. Вот я его копировала. И при выводе средств я как бы вставляла, да? На этот адрес я выводила вот эту вот монетку. Дальше здесь есть вот обмен, потом вот эти монетки можно продать. Ну, кто захочет, может и купить. Некоторые покупают, да, как бы продать, купить. Ну, вот биржа. Вот. Ну, сами тут уже разберетесь. Кошельки. Так, здесь всякая фигня такая. Ну, вот такой вот кошелек. Ну, здесь нету, как бы, да, партнерской программы. Вот моя монетка еще. Вот здесь отображается 446. Здесь стоимость в USD. Вот. Ну что, такой вот сайт в игровой форме. Кому нравится, пожалуйста, собирайте. Вот. Мне, конечно, нравится. На этом все. Всем удачи, до новых встреч.